уряд повинен йти у відставку якнаймого скоріше. Ми для цього це зробимо, проголосуємо за те, щоб заява прем'єр-міністра була врегульована і він був відставлений. Ви заявили, що вони не будуть голосувати, не дадуть своїх голосів. А в мене немає жодного сумніву, що вони будуть розповідати про досягнення, про те, як гарно працював уряд, як вони збільшили всі показники. Але той політичний ляпас, який отримала вся сьогоднішня влада, президент, який завершив каденцію, парламент, уряд, цей ляпас від народу у вигляді голосування за президента, він показує, що вони живуть окремим життям і взагалі не розуміють, що потрібно людям. Тому це закономірно, що вони доживають останні там дні, і вони будуть триматись ще, щоб щось там накоїти на останнє. Але люди вже дали свій вирок. Все одно ж уряд у нас безпередній склад, все одно уряд залишиться працювати в цьому складі до обрання нового. Що це дасть голосування, наскільки це політичне рішення? Если будет проголосована отставка премьер-министра, то премьер уходит в отставку, а правительство работает с исполняющим обязанности премьер-министра. Если парламент не поддержит отставку, то премьер-министр остается до выборов. Я думаю, что будет второй вариант, потому что остатки правящей коалиции будут тянуть до последнего, пытаясь использовать админресурс на будущих парламентских выборах. Уряду Гройсмана, і що вдалося, що не вдалося, на вашу думку, перерахуйте. Оценку роботи правительства дав український народ, коли проголосував на виборах президента, причому це була оценка не тільки президента Порошенка, а в тому числі і правительства. Об'єктивно треба сказати, що в якійсь степені на першому етапі вдалася реформа децентралізації, і ми її підтримали, кстати, несмотря на те, що знаходимося в жорсткій опозиції. Но на первом этапе это было действительно благо. А потом, когда начали на громады навешивать, говоря бытовым языком, несвойственные финансовые обязательства, выхолостили эту реформу. Все остальное, начиная от псевдореформы по медицине, по образованию, по пенсиям, и заканчивая анонсированным увеличением денег и строительством дорог, практически одни провалы. И это не мое мнение, это мнение всех людей, с которыми мы сталкиваемся, когда бываем в регионах. Правительство работало плохо, правительство работало непрофессионально, делали какие-то пустые заявления, пиар-акции, а реальные проблемы остались за бортом, и поэтому, в общем-то, и люди проголосовали против них. Мы полностью разделяем оценку, которую дал украинский народ, всему сегодняшнему режиму, который доживает последние дни. Все на выход. Я могу сказать позицию нашей политической силы. Мы поддерживали этот избирательный кодекс в первом чтении, когда видели, что это требование избирателей наших, видели требования людей и настаивали, чтобы он был внесен на второе чтение. И все аргументы спикера о том, что там 2500 правок, что надо долго рассматривать. Но у нас были прецеденты в парламенте, когда точно так же рассматривались законы долго, но этот закон нужен. Это закон, который дает стоп политической коррупции, скупке голосов и открывает дорогу для демократических выборов, чего хотят люди. И люди этот закон поддерживают, это требование наших людей. И мы его поддержим, но там уже 4500 правок. И я думаю, что он будет внесен в зал, и зал будет работать над правками, но до голосования в этом составе парламента уже не дойдет. Щодо законопроекту щодо імпічменту, там їх уже кілька, за які б ви голосували особисто? І чому так сталося, що сьогодні на порядку денного немає жодного із цих законопроектів? У нас є процедура імпічменту, і єдине препятствие для того, щоб вона работала, це відсутствие закону в временних следственних комісіях, які б відкривали дорогу для імпічменту. Тому що немає права у ТСК приймати рішення, яке є законом. Так вот, закон о ТСК мы поддержим, когда он пройдет комитет, и это откроет дорогу на импичмент. Все остальное, что предлагается внести в зал, это, как называется, масло масляное, это какие-то пиар-акции очередные. А на самом деле механизм существует, и когда будет проголосован закон о ТСК,
то процедура будет узаконена. Почему зараз его не выносят на голосование? А потому что они не могут пройти комитет, они не могут собрать депутатов. Они это блокируют, потому что не могут собрать депутатов. Щодо повернення Саакашвілі, можливо, ви вчора дивилися, як це було феєрично, і в аеропорту там і співали, і танцювали. Особисто ваше, яке ставлення до таких от повернень? У меня негативное отношение ко всем политическим туристам, которых завозила в страну уходящая власть, в том числе об этом человеке. Мы надо ехать в Грузию, к себе на родину, и там бороться за права людей, где он был президентом. Политических туристов мы не приветствуем. И мы увидели, сколько было этих варягов у нас в правительстве. Нахапали, разбежались, оставили проблемы, убегали из страны и часто разъезжают по миру, в принципе, поправив свое материальное положение, грабив народ. К политическому туризму у меня отношение крайне негативное. Чи може опозиційна платформа «За життя» піти на вибори разом із опозиційним блоком? Опозиційна платформа «За життя» буде робити все для того, щоб опозиція була єдина. Это наша позиция была с самого начала. Мы считаем, что наш избиратель ждет консолидированных действий. Но не мы были инициатором раскола, который произошел против прошлой осенью. И мы как раз были за объединение еще тогда. На ключевые выборы, как собираетесь идти разом, чи окремо? У нас есть своя идеологическая позиция. И все, кто разделяет идеологическую позицию, направленную на завершение мира политическим путем, на прекращение тарифного геноцида, на восстановление социальных норм, они будут нашими союзниками. Я надеюсь. Щодо відставок ще. Юрій Луценко заявив про те, що після парламентських виборів буде йти з посади генерального прокурора. Зокрема, Василь Грицак теж йде з своєї посади, замість нього тимчасово виконуватиме обов'язки пан Баканов, який наближений до одного з українських олігархів. Про що це взагалі все свідчить? Это свидетельство о том, что борьба с коррупцией в стране полностью провалилась. И, безусловно, после смены парламента будут новые руководители антикоррупционных органов. И я очень надеюсь, что будет политическая воля для того, чтобы действительно бороться с коррупцией, а не плодить конторы, которые формально являются антикоррупционными, а на деле борются друг с другом и порождают всевозможные скандалы, псевдосенсации, а коррупция остается на прошлом уровне. Поэтому я думаю, что это закономерный процесс. Змінити строки публічних закупівель, щоб позастрокові вибори відбулися власне 21 липня. Якщо ні, то чи будуть вони перенесені? Ми будемо голосувати за зміну для того, щоб вибори пройшли, тому що вважаємо, що сьогоднішній парламент, взагалі уряд і вся команда повинна йти якнаймога скоріше. Це наша позиція, яку ми відстоювали на протязі всієї періоду, коли були в опозиції 5 років до сьогоднішнього режиму. Дякую. Два слова, скажіть, будь ласка, чи будете голосувати за відставку парламенту? За парламенту, прем'єр-міністра. Це оговорка по Фрейду, і ми будемо голосувати за відставку парламенту, за саморозпуск, за те, що всі пішли геть, в тому числі і за те, щоб була відставка уряду. Чому? Ми голосуємо за, тому що уряд провалив всі економічні програми, які брав виконати. Тому ми проти існування цього уряду. А саме головне, не тільки ми, а весь український народ, він надав оцінку уряду в тому числі, коли були вибори президента.